Здравствуйте, товарищи. Продолжаем развивать категорию действительность. Мы должны познать категорию абсолютная необходимость и перейти к ней через отношения, возможность и случайность. Абсолютное есть единство внутреннего и внешнего, как первое в себя сущее единство. Модус – это рефлексия в себя и внешнее проявление, то есть собственное проявление абсолютного. Действительность – рефлектированная абсолютность. Рефлексия от абсолютного к действительности есть становление, переход в другое. Действительность противостоит некой возможности, которая проявляется как случайность. Выходит, что действительность случайна, как возможность и относительно необходима. Наличие реальной возможности и относительной необходимости дает реальную действительность. Соответствие появляется тогда, когда у нас появляется необходимость отнести реальное яблоко и представление о нем. Причем эта необходимость не только возможна, но и случайна. Действительность формальна, так как она содержит в себе возможность. Что действительно, то возможно. Возможность содержит в себе два момента – положительный и отрицательный. Положительный – это форма существования, отрицательный – это невозможность существования. То есть, когда есть нечто недостаточное. Высказывание о том, что что-то возможно, является формальным высказыванием. Формальная действительность – это лишь возможность. Единство возможности и действительности есть случайность. Возможность – лишь некое сущее вообще. Необходимость – это тождество возможного и существования вообще. Действительность, как тождество с собой, есть необходимость через возможную случайность, тем самым переходя в наличное бытие. Давайте представим, что у нас есть яблоня, а значит, о ней может вырасти яблоко. Если яблоко выросло, то оно перешло в действительность. А ведь яблоки могли и не родиться в этом году. То есть яблоки на конкретной яблоне могли и не перейти в действительность. Отсюда появляется категория «возможность». Яблоня дает нам возможность получить яблоки. Но если год выдался неурожайным, если все условия не соблюдены, недостаточно света и воды, то яблоки не появятся. А значит, есть категория «недостаточная». Когда недостаточно условий для перехода в действительность, разница между возможным переходом яблока в действительность и недостаточностью для его появления является случайной и формальной. Яблоко или есть, или его нет, то есть формально яблоко или существует, или не существует. Еще есть категория необходимость, это когда нам надо вырастить яблоко, для чего необходимо приложить усилия к яблоне, то есть повысить возможность появления яблок. Для чего надо поливать дерево, защищать его от паразитов, укрывать на зиму, то есть обеспечить все необходимые возможности для доведения яблока до действительности, до его наличия. Необходимость формальна в своих моментах, она переходит в действительность благодаря единству со своей формой. Но такой переход не содержит в себе содержание, а лишь внешний вид. Для достижения реальной действительности необходимо все многообразие содержания. Реальная действительность – это вещь со всеми своими свойствами, она же дает реальную возможность ее получить. Формальная возможность – лишь рефлексия, не противоречащая сама себе. Становление мыслимой вещи порождает в ней существование. Непосредственная действительность выступает условием для рефлексии, то есть она сама и есть возможность. Действительность и возможность сливаются друг с другом. Они переходят друг в друга. Необходимость перехода возможности в действительность относительно, требующая для этого предпосылку, причем случайно. Абсолютная действительность – единство необходимости и случайности. Случайности как отрицание необходимости. Берем яблоньку из прошлого слайда. Там мы получили на ней результат в виде яблока, но там яблоки были формальными. Они имели форму яблока и внешне были вполне съедобными. Но одного внешнего вида недостаточно, внешность может быть обманчива. Яблоко может оказаться червивым и непригодным к употреблению или продаже. Поэтому реально действительное яблоко – это такое яблоко, которое пригодно для продажи и употребления. Единое в своей форме и содержании. Это единство случайно, так как в конкретном яблоке червяк может попасться относительно случайно в зависимости от предпосылок. Спасибо за внимание.